Для конкурса дети читают стихи. Меня зовут Рита Ключевская. Я из города Сногорска. Мне 7 лет. Сергей и Сеня. Белая береза. Белая береза под моим окном. Принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине. Горят снежинки в золотом огне. Озаря лениво, обходя кругом, осыпают ветки новым серебром.